С зарубежным мастером на сцене выступали не менее талантливые участники. Судей заинтересовали не только стройным и подтянутым телом, но и креативными номерами. Зал рукоплескал изящной женщине-кошке, романтику с гитарой, веселому певцу-лыжнику и брутальному силачу. Победительницей конкурса стала Анастасия Серафимова. Она поразила зрителей своим страстным танцем. Пришли сюда, чтобы повеселиться, показать свою силу, свои таланты, свои навыки. Я, например, лыжник. Я занимаюсь лыжным спортом, и просто у нас сейчас такой период в подготовке, когда можно отдохнуть. Я решил, чтобы отвлечься от работы, от своей основной, я вот решил поучаствовать. И не пожалел вообще. Круто отжег, на роллерах покатался. Всем здорово, понравилось. Больше запомнилось, наверное, силовой этап в «Цитрус». Очень интересно было. Несмотря на конкурсную составляющую, все участники чувствовали себя частью доброжелательной и дружной компании. Познакомиться они успели еще на предыдущем этапе соревнований, фотосессии и демонстрации силовых способностей. Оглашение результатов не стало точкой в их общении. Одним из главных достижений конкурса они называют множество.